Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Cooking Brunch, и я его ведущая Ирина. И сегодня на моей израильской кухне мы приготовим прекраснейшую закуску — маринованную капусту по-венгерски. Готовится она легко, быстро и просто из доступных продуктов, которые есть у всех в холодильнике, а получается невероятно вкусная, хрустящая, пикантная и подходит ко всем блюдам — и к рыбным, и к мясным, и к картофелям, ну какие вам только нравятся, да и к водочке тоже подойдет, если кому-то интересно. Не жалеем своих лайков, смотрим видео до конца. Итак, поехали. Капусту разрезаем и нарежем тонкой соломкой. И перекладываем в какую-нибудь большую удобную миску. Перцы разрезаем и вычищаем серединку. И тоже нарежем тонкой соломкой. Чем мне еще этот салат нравится, так это тем, что не надо долго ждать. Полчаса, и салат промаринуется, можно будет его уже кушать. Лучок нарежем перьями. Чеснок раздавим и мелко нарубим. Морковку я натру на терке для корейской морковки, или можно просто нарезать тонко соломкой ножом. Салат почти готов, нам осталось только приготовить маринад. Для этого выливаем все компоненты, кроме уксуса, в кастрюльку, в ковшик. И я еще решила добавить 2 лаврушки, можно также и душистый перец добавить. И ставим на огонь. Маринад варим до закипания, до растворения всех продуктов, всех ингредиентов. Кстати, немножечко хочу остановиться на маринаде, потому что много раз вы мне пишете в комментариях, что сахар, уксус вредны. В принципе, у кого проблемы с желудком, вам нельзя острых блюд и вам, в общем-то, нельзя такой салат. Если у вас все в порядке, то маринад варится, готовится из уксуса, сахара. Это 2 основных компонента, которыми пользовались еще наши бабушки лет 100 назад, когда закрывали маринованные огурчики, помидорчики. И, слава богу, все живы-здоровы. Так что, если проблем никаких нет с желудком, то ни уксус вам, ни сахар не помешает. Здесь нельзя заменить ни лимонным соком, ни медом в этом рецепте. Вот у меня, в общем-то, маринад уже закипел. Мы его выключаем. Добавляем уксус. И прямо горячим маринадом будем заливать капусту. Выливаем маринад. И все хорошенечко перемешиваем. Переминаем прямо руками. Давить я не хочу, чтобы сок хорошо выделялся. Нужно просто все перемешать. В таком виде оставляем наш салат мариноваться на 30 минут. Салат у меня хорошо уже, я думаю, промариновался. Давайте посмотрим, перемешаем. Прекрасно овощи промариновались. Ароматно очень пахнут маринадом. Просто суперски. Чесночком. Давайте уже скорее насыпать, да попробуем. Вот прям всего-всего, да, побольше, как мы и любим. Безупречный салат. Капусточка хорошо промаринованная. Овощи между собой обменялись вкусовыми ароматами, вкусами. Но очень вкусная, хрустящая, прекрасно промаринованная, пикантная. Ну, очень прекрасная закуска за 30 минут, которую мы с вами приготовили. Итак, если вам понравился мой рецепт, обязательно поделитесь им с друзьями, ставьте лайки, свои фотоотзывы. Как всегда, можете прислать мой инстаграм. А чтобы первыми узнавать о вкусных новинках на моем канале, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик.
Я желаю всем мира и добра, всех люблю, целую и прощаюсь с вами до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока!